Третий фестиваль уличной музыки «Звенящая струна» пройдет 4 декабря в Звенигороде. Он начнется в 14 часов и будет работать до 20.00. Сразу на двух площадках у культурного центра Любови Орловой и рядом с местным кафе «Луковка». Выступят артисты из Москвы, Подмосковья и других регионов страны. Гости смогут сфотографироваться в фотозоне, согреться горячими напитками, а по желанию веселыми танцами.